Лунара. Лунара, которая нам дает гарантии, наверное. И королева шара отстой. И гарантии, ну, тоже так себе, честно говоря. Но, наверное, он все же поинтереснее будет, чем королева шара. Ну, хотя тоже такое. Гарантия 81. Королева шара, ну, типа, серьезно выше. Ну ладно, давайте королева шара опять возьмем. Не знаю, королева шара, ну такая, сомнительная. Чешуя Никси, легко. Я думаю, что естественные причины легко. Неуловимый змей природоведения. Природоведение ради королева шары. Я не очень сильно люблю эту карту. Я не думаю, что она мне нужна. На шестерку, ну и нафиг, лучше единицу возьму. Не на настырный зомби, либо устройство сдерживания. Ну, конечно, устройство сдерживания как бы лучше. Но, честно говоря, я думаю, что я лучше единицу возьму. Устройство сдерживания 100. Настырный зомби 92. Потому что, как бы, друид, он, у него проблемы. Как бы с большими существами проблем особо нету. Обычно. А, бумсовух. Ну, ладно, бумсовух. Хорошо. Ну, конечно, бубен. Тут легко, ребят. Хотя, конечно, рейдовый переговорщик тоже очень хорош. Но бубен это слишком сильно. Бубен 110. Рейдовый переговорщик 107. Блин, как же это близко. Как же это было близко. Ну, кристальная друза. О, трок, либо школьный учитель. Писец тоже супер близкие карты. Школьный учитель 109. Трок 102. Ну, давайте. Блин, это прям... Типа суперкарта против суперкарты. Пандарин хорош, пустынный Матрон хороша. Ну, драконов пока нету. Блин, ну хрен его знает. Значит... А где Пандарин? Пандарин импортер. 85. Пустынный Матрон 95. Поехали. Это пятерка. Могу взять, взлетаем. Хорошо. Летнее дитя цветов вместо кода. Кода как бы норм, но как бы и не очень. Ну да, коды 63, коды не особо серьезная карта на самом деле. Снова единиц. Так, а где мои забавы? Я вроде как на друиде же играю. Патрону еще одну. Адвокат? Адвокат! Да, давай. Ну, звучит как тройка, оракулы луны вряд ли. Ну да. Так, ребят, я уже начинаю немного беспокоиться, на самом деле. Ну да, я снова зомбаря, конечно, возьму, но где мои забавы, черт возьми? Древо роста. Ну, выглядит как древо роста. Ну, хорошо. Еще один бубен. О, культивация. Первые интересные карты, ребят. Ну, пустынная Матрона будет лучше. Деспот. Трок. Мерзотень, либо утилятор. Я бы, конечно, сказал, что этот мерзотень намного лучше. Она 84, утилятор 82. Да, учитывая, что у меня есть два деревянных бубина. Что-то я думаю, что утилятора мне надо взять.
Давай утилятор. О, деревенение. Деревенение хорошо. Дракон Чиа. Да, дракон Чиа. Пойдет. Так, сумеречный бегун, наверное, будет. 91. Сумеречный бегун. Друид Когти, 90. Подарок Мулфуриона. 68. Ладно, лягушка оригами лучше, чем плюшевый мишка. Деревенение вместо культивации? Думаю, да. 109 против 104. И особо за спамить я особо тоже не могу. Ну давай. Вот это настоящая друидская кривая. Поехали. Пойду прогуляюсь. Постоять за себя. Окей, мы за единицами, да, пойдем. Единица есть, хорошо. Дракончиков тоже можно набрать, как раз таки в темп. Ну, пока нормально. Плюс дракон. Я любил идти святой его популярность. Дурацкий. Почему они сделали такого этого бесящего персонажа? Типа все хипстеры такие? Они на это намекают? Окей. Не, ну сейчас я неплохой темп ему выдам. Он, я думаю, слегка подохренеет. Подобных раскладов. Просто два яйца на четвертый ход и оружие еще сверху. Ну, можешь выстрелить, я вообще ни капли не расстроюсь. Я нормально отношусь к выстрелу. Стреляй, стреляй. Еще по одной. Ладно, хорошо. Не хочешь стрелять. Мне больше нравится. Карта скупа. А он альтушек призывать будет с голосослов? Если нет, то как бы затем он... Так боевым ключам же надо. Или он будет печальней скоп. И это именно будет смертельный хрип. Бедолага.
Ладно. Если что, против нас Энтони левый играет. Толик левый. Или Тони. Тони левый. Сейчас будет Тони левый. Найс. И синтез еще давай. Отлично. Как же ты вообще... Как же ты хорош, чел, как же ты хорош. Как же ты, да. Показываешь вообще, чё к чему здесь. О, кстати, если что, ребят, я потратил не на игру 45 секунд, он 4 минут. Понимаете? Понимаете, от каких игр ты больше всего устаешь? Вот от подобного. Ты просто всю игру сидишь и ждешь, когда же дойдет до противника, что ему надо сделать. Блин, ну как же так, да, дружище? Окей. Я тебя убиваю. Я тебя все равно убиваю. Пять раз меньше времени потратил на игру. А есть таймер. Ну, доктрекеры. Засекающее время хода. Ну, конечно, попадаемся. Тиранда! Луна, даруй мне силу. Природа вполне может постоять за себя. Все, пас. Четверку бы оставить, конечно, неплохо. Ну, кстати, может быть, четверку даже стоит оставить против жреца. Давай. Так, ну хорошо, давай сразу что-то раскопаем интересное. Что мы здесь можем раскопать? Живые корни можем раскопать, щит Кинарии можем раскопать. Блин, ну как будто бы это норм. Ну, хорошо, давай так сделаем. Кумсавух. Кумсавух. Вот. Так. Мы нашли этого персонажа, на самом деле. Сайленс, ребят, накинуть можно. Нравится она мне? Ну так.
Такой у меня ход будет. Так, ну давай. Показывай, что там у тебя. Можешь удариться и полечить его. Привет. Не хочет так делать. Повеселимся. Заклинание. Да мне в целом все равно на заклинание, да? Просто тебя сделать пока что. Класс. По факту, конечно, природоведение отдали, под королеву Ашару теперь реально очень тяжело будет сделать. Два дерева малого. Это бы хочется три. Осторожно, дети мои, враги не дремлют. Видите ли, мой клиент. Да, хорошо. Ну, типа, я могу еще 2-5-5 достать сейчас в целом. Да, и он мне все зачистит, одно уехать, и я немного расстроюсь. Как-то так это выглядит. А с другой стороны, ему обязательно нужна уехать сразу же. Хорошо, давай. Я считаю, достаточно. Ответ на то, как играет стример. Давайте помолимся. Интересное начало. Старт комбинаций. Комбинаций. Ага, понял. Так. Ну хорошо. Так он ничего не может сделать. Ну. Ответ на то, как играет стример, вот, вот в этом посте в Телеграме. Две победы. Чем рекламить Телеграм? Потому что хочу и рекламлю. А чё нет-то? Мой Телеграм, я его и буду рекламировать. Чё бы мне не порекламировать свой ресурс?
Более на вопрос, который одни и те же по 8000 раз в день, на котором совершенно... ради которого я постарался и все четко расписал, и много расписал, и подробно расписал. Че бы мне не рекламировать свой телеграм? А ну извинись. Как я, нормально, а? А? Так, хорошо, пятерка. Хочу я пятерку вообще оставить? Ну, типа, под тебя пятерка. Ну, это же такая тебе пятерка, но очень специфичная, поэтому не особо хочется, честно говоря. Какого-нибудь бегуна бы я бы мог бы оставить. А конкретно эту пятерку не особо хочу. Не особо хочу. 1-2-1. Теперь хочу одеревенение. Спасибо. Заказ работает. Не лысит судьба Суворова. Ты, по-моему, Суворова с кем-то путаешь. На буковку К. Ко. И это не про Кинзадзу. Когда табуешь, игра тормозит, записи тоже лагает, фикса нету. Блин, ну как будто бы ладно, есть фикс, я понял. Все, хорошо. Не, погоди, так же, если я альтапаю, то не лагает, правильно? Я альтапаю, но... Ничего не лагает. Окей. Повеселимся. Ну, типа, на самом деле, конечно, оружие бы достать было бы нормально, но оружие я хочу достать и потом сразу пятерки доставать. Мне в лицо хочешь очень сильно ударить? Ну, ладно. Хочешь, ударь. Ты против, что ли? Как не против? Давай, уберу. Расплющу курицу. Приятно. У тебя три, да, будет? Ладно, я пока ее проигнорирую, а потом что-нибудь придумаю. Пока вот так достану просто. Жестко. Так, 4-4. Ну хорошо, давай я сделаю так. Сейчас. Вообще, я, конечно, не забавьте всех могу. Да, достаточно сильно получается же, да? 4. Ударить. Могу тебя так сделать. Ну, давай. Полечиться-то я смогу. Если что.
Кстати, неприятно, то, что он 1-1 набирает. Ну ладно. Хорошо, я сейчас что-то кого-то, что-то достану, какую-нибудь пятерку, наверное. Пятерку у меня будет 5 деревьев. 5. 5 много. 5-3, может, да? Время повеселиться! Здесь ответ. Починили, не починили. Хорошо. Я как бы не против. Я как бы не против. Хорошо, 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 хорошо. Кстати, я тебя могу достать. Давай. Разбирайся. Убить меня, ну, ему будет тяжеловато, я думаю. Полечиться я могу. Ну, неплохой ход, но это все равно недостаточно, нифига. Недостаточно. Недостаточно, недостаточно. Я 15 ношу. 15 ношу и лечусь. Так, пока что не очень, да, идет. Осторожно, дети мои. Они не дремлют. Склонись перед своей королевой. Шум. Да, это я пропустил. Как-то я бы его убил. По крайней мере, я был бы очень близок к этому. Ты что, гонишь? Типа, ты я, это штука, если что, и в противника кидается. Охренеть ты пёртый. Охренеть ты, мистер пёртый. С ума сойти, блин. Чистый мистер пёртый, ребят. Так, посмотрим. Давай. Делай так. Еще рядочек сюда, пожалуйста. Нет, не будет так. Самое плохое. Ладно, пофиг, я еще забафаю. Давай без Близзарда, без вот этого всего. Окей. Калимдора Палуза была лучше. Давай вторую поставить, только не хотел, потому что место. Мог, кто не хотел. Проблем. Что дальше? По-моему, да. 99,5 есть польская озвучка. Да все забей, чел. Ну ты ничего не делаешь. Ну хватит. Просто забей.
Но если ты ожидаешь, что там на каждую какую-то неожиданную карту кричат Бобер Курва, то нет, это не так. Кажется, там есть другие слова. Король Лис? Блин, ну, кстати, возможно, мне стоит оставить это. Давай, я оставлю. Печально, что... Подожди, а я же никак не могу, да, сделать так, чтобы древо роста оба эффекта делало. Ну, в принципе, нормально. На следующий ход достать древень. Какое-нибудь заклинание бы на третий ход было бы очень ярко на самом деле. Давай, взлетаем. Ох, если мне сейчас взлетаем зайдет, это же такая будет дичь, дичайшая, ребят, дичайшая дичь. Можно, пожалуйста, взлетаем? Пожалуйста, 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 взлетаем. Взлетаем, пожалуйста. Нет, не дали мне взлетаем. Тогда у меня как бы все заметно хуже. Два, три. Блин, на один ход опоздал, и настолько стало все не так хорошо. Не так прекрасно, ребят. Не так прекрасно. Хорошо. Повеселимся. Давай, раз, два. Ну, типа, следующий ход у меня. Сейчас появится... Ой. Блин, начинается вот эта вот поломанность. Убей своего, сам своего, а ты своего не убьешь, да, никак. Хотя уехал. Стой, ребят, отстой, отстой! Стой. Давай, я так буду. Но я смогу все равно следующий ход достаточно сильно занять стол. Что, уважаемо. А ты... О, ну хорошо. Кстати, даже лучше, чем если бы он убил свое существо. Потому что убить свое существо, он бы получил бы все равно еще заклинание. Ты чел, просто отвали. Че еще? Ладно, давай. Давай. Давай.
Flame Strike пока не можешь сделать. Ты эту карту недооцениваешь или пересмотрел? 2-4, который? Блин, ну слушай, она очень специфична в любом случае. Крайне специфична. Крайне специфична. Вообще в лицо я ему могу сейчас так прописать. Мама, не горюй, я ему могу в лицо прописать. Ну давай. Ну, Flame Strike будет, конечно, будет не очень приятно, но ему в любом случае надо будет разменивать. В любом случае придется разменивать. Даже с Flame Strike. Три существа у меня будут. Это не Flame Strike. Flame Strike, а значит, это меня не очень беспокоит. А значит, кто-то проиграл. Угу. Повеселимся. Повеселимся. Ой, как приятно. Как приятно, ребят. Есть побед. 4, в смысле. Валера, Валера, верим. Валера, верим. А деревенение пятерку убираем. Дракона можно оставить. Деревенение тоже, по-моему, убираем пока что. Чуть-чуть подешевле найти. 1-2. Хорошо. А дракон с раскапкой на самом деле не, мне кажется, не критичная карта. Вот барабан и возможность этот самый барабан делать двойной одновременно, вот это да. То, что прям да. Шум. Может, дракон, пожалуйста. Нет, не хочу. Буду оставлять это как можно дольше под... под королева шара. Может, дракон? Может, дракон? Хотя, чем мне дракон? Дракон... Ерунда. Ерунда, не серьезно. Какую-нибудь тройку, а тройку у меня... Ну, эксперт-криминалист только... Не, ну, кстати, эксперт-криминалист прямо сейчас это будет прям мега очень здорово. Это... Ну, или взлетаем. Опять же. Ну, хорошо, ни то, ни другое. Я пока так просто сделаю. На следующий вот раз монетка бегун. Тоже, в принципе, неплохой ход будет. Okay.
урод. Ну, ладно, хорошо. Осторожно, дети мои. Враги не требуют. Ну, сейчас посмотрим, как он затемпует. Окей. Сложно троу. Бля. Серьезно. Не, это, кстати, ГГ, ребят. Поход ГГ. Я не знаю, что я буду с этим делать. Ну хорошо, давай. Ой, как все плохо. Так, посмотрим. Как же все плохо. Я здесь уже, я не знаю, ну супер высокую вероятность проиграл. Я не знаю, что я буду делать сейчас. Ну, как бы бубен могу достать, но тоже толк с него мне. Бубен, а потом чё? Потом хрен чё. Это тоже нафиг там не нужно. А, как будто бы мне просто взять и ливнуть с этой партии, потому что я вообще ничего не могу сделать. Я не могу просто достать существа при таком количестве карт, я их просто потеряю и всё. Хорошо, давай я сделаю так. Ну да, а что делать? Если мне придет еще одна эта четверка, ну может быть. Хотя тоже вероятность просто нулевая, я думаю, что я здесь выиграю. Да, то, что он мне убрал вот так вот четверку, это прям вот все. Один ход, который закрыл мне дорогу к победе. Тебя ожидают только вечные пути. Ну давай. Вот бездарность сейчас буду делать. Я ничего не... Я как бы друид, он не переворачивает столы. А когда у тебя прям вообще нет ничего, никаких ходов, ну, пару ходов, то как бы какой смысл? Ноль смысла. Вполне может постоять за себя. Приличная карта.
Так, что у нас? 3-4. 3-4-5 пока что. Это меня устраивает. Давай, особо там не выкобенивайся. Пожалуйста, этот ход. Сейчас, если он такого же достанет, я расстроюсь. Ладно, не такого достанет. Ну, разменяет, так разменяет, ничего страшного. Если сюда ударит, вообще отлично будет. Мое время почти истекло. Преступник был. Убираешь 3-4 убирает, хорошо. Осторожно, дети мои. Враги не требуют. Идеально, если я найду еще одного такого дракона. Будет идеально. Потихоньку буду бить лицом. Ну, тут Hellfire какой-нибудь надо. Ладно, здесь можно обойтись и кинуть домино. Ну, короче, Варлок достаточно тяжелый для меня противник, потому что, как правило, я просто должен выигрывать одним большим столом. Да, вот, достать существ много, а потом их забафать. Но проблема с Варлоком, что, во-первых, он не дает заспамить слишком стол. Очень много карт, которые отбиваются от мелочи. И при этом больших, если у тебя будут большие существа, то он все равно их может легко убирать. Даже много больших. Поэтому, конечно, с Варлоком тяжеловато. Надежда на то, что он только не найдет карту. Но это, кстати, выглядит как будто он нифига не находит карты. Это прям плохо. Это хорошо. 3-3 за единицу получается по итогу. Что, будет АУЕ какая-то? Неприятно. С другой стороны, я его достаю, а у меня как бы оружие грейдится. И тоже я не против. Да? Получается. Между тем, у меня уже три здесь. Древо. Oh.
муки. Осторожно, дети мои! Враги не дремлют! Повеселимся? Хорошо, давай. Это существо пока не может атаковать. Дело сделано. Пусть зачищает все. Да, домино сделает много. Но, с другой стороны, у меня как бы здесь тоже я сейчас могу уже активировать крылья шару. Просто восьмерки не беспокоит. Я это убирать не буду. Найс. Найс, достал. Давай, наверное, тебя возьму. Не то заклинание на самом деле. Ладно. Я мог бы ему в лицо пробить и надеяться на трога, но чё-то не очень хочется. Я восьмерку могу разными способами убирать. Могу 5 урона с помощью восьмерки нанести. Так, хорошо, значит мне лучше вот на самом деле его как-то достать. Ударится. Айда, салага. Салагу можно, пожалуйста? Время почти истекло. Нормально. Господи, понимаю, блин. Вот как бы самое важное, то что я очень сильно его напрягаю сейчас столом. И если он мне все как-то даже зачистит, то у меня в любом случае есть Шуяникси плюс тройка. Короче, Варлок проиграл, ребят. С супер высокой вероятностью Варлок проиграл. Кстати, самые же сильные вообще из всех гигантов. Мое время почти истекло. Шо? Тебе поможет?
далеко. Слишком легко. Огнем. Ничего не надо. Вполне может постоять за себя. Хочу ли я четверку оставить? Как будто бы да, как будто бы... Не знаю. Ну ладно, давай четверку оставим. Окей, один... А, это хорошая рука. Ну, двойка непонятно, что с двойкой будет делать. Ну что ты добуду? Алдым. А где у меня написано? Так, что, просто укуситься, что ли, получается, надо? Получается, просто кусаюсь. Как бы ее 1-3 доставать сейчас, как будто бы, ну, такое. Ладно. Это жар на лету вообще, может быть. Ты занималась. Ну, кстати, как будто бы мне даже вот... Так, нормально. Дракон надо. Типа лягушка, я, конечно, могу его убрать. Можешь его еще сильнее забафть. Забафы на миллион-миллион. Не стесняйся, забафы на миллион-миллион. Тогда будет вообще не жалко. Нужен барабан? Чисто ветра. Ну, ладно, что? Хорошо. Это не хорошо, кстати. Еще карта. Так, хорошо, давай раз сделаем. Давай так я сделаю. Просто его надо убрать. Ну, ситуация, ребят, у меня вообще нехорошая, честно говоря. Дракон не идут. Дракон очень бы надо бы. Здесь пока всего один древень. Какие-то такие мега неприятные карты дает, делает. Что дает оружие? За каждую карту за 5 призывает древня. Просто призывает древня. И за каждую карту дополнительно. За 5. Забафы еще?
Блин, бафает, да не того. Как же все отстойно, ребят. Я так делаю. Что я могу не делать это так? Я могу сделать неуязвимость. Эй. Пусть выбирает карту, если хочет. Древний. 4 отсюда, 3 отсюда. Будет весь стол. Добыч. И натиск еще, да? Потрясающе. Натиск, божественный щит. Ой! Просто охренеть. Хайроллы эти дурацкие. Ну да, и я не знаю, что о деревенении. Ну, о деревенении могу сейчас сделать, типа. Отвечай на вопрос. Отвечай на вопрос. Короче. Я не вижу других шансов, кроме как сейчас занять стол как-то. И сейчас за счет одеревенения, да, может быть, мне там что-нибудь еще сейчас зайдет. Какой-то дракон, условно. Если он мне сможет это, типа, просто сейчас уничтожить весь стол, то можно сдаваться, шансов нету больше. Блин, ну вот такой вот оно друидом играть. Вот ты либо супер легко выигрываешь, либо ни хрена вообще никак не выигрываешь, потому что ты не можешь перебить стол. Просто не можешь перебить стол. Максимум все, что ты можешь делать, это сделать очень много провокаций, чтобы противник не захлебнулся. Но у меня нет провокаций. Что-то уже немного печально. Так. Хорошо. Хорошо, ребят. Два. Особая доставка! Особая. Ну что за лагерь? Специалист по руслу поблагодарил Ишмахтес. Яхта, парус. В этом мире только Мэтт. Ялта, Август. И мы с тобой влюблены. Ту-ду-ту-ту-ту. Ту-ду-ту-ту-ту. Ту-ду-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Спасибо большое, специалист по руслу. Я что-то подумал, я летал или не пропустил? Да вроде не пропустил, да? Вроде не должен был. Ну
Ту-ту-ту-ту-ту. Так, спасибо большое, специалист по руслу. За вас, за вас, за ваш, черт возьми, донейшн. За вас. Ты на отдых, что ли, отправился? Так, хорошо, 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 хорошо. Третье. Ой, не надо говорить, что у тебя ауеха есть на три. Вот давай без этой ерунды, давай без этой ерунды, давай без этой ерунды. Ладно, это нормально. Ну ладно, хорошо. Все равно с ерундой случилось, ребят. Ну какой нахрен 7-7. Ладно, я его как будто бы убрать могу. Но песос это тяжело. Окей, хорошо, давай. Хорошо, 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 хорошо. А, и ты мне еще. Сейчас ты мне еще делаешь очень плохой ход. Потому что призывается и. Да. Понимаю, понимаю, понимаю. Охренеть, ты мне неплохой ход. Все очень плохо сделал, да? Ладно. Так, наверное, лучше. Так, хорошо. Хорошо. Возможно, мне стоило сразу брать две карты. Я бы четверку. А что мне толку? А что мне толку с четверками? С четверки нет толку. Какой-то забав я. А, ну там по-любому за баб, потому что у него четверка, да, добыча. Блин, ну да. Я понял. Уж прокатил меня. Миллион тысяч добыч. Ну, типа, самое, самое мерзкое, это просто идеальный, идеальная, да, идеальные две адаптации. Это просто вот мега мерзко. Божественный щит и... натиск. Вот просто с этого момента уже что-то все пошло не так. Луна. Хорошо. Луна. Ведь, возможно, взлетаем, даже стоит не оставлять. Природа. Я надеюсь на единички. Два дракона еще. Три дракона еще колоть. Блин. Ну, пока окей. Пока окей, пока сойдет. Идеально найти одеревенение. Ладно, одеревенение. Одеревенение как будто бы звучит, кстати, лучше. Может, нужно говорить одеревенение? Таков закон природы. Обожаю огненный солнцеворот. Я тоже, в принципе, ничего так. Осторожно, дети мои, осторожно, дети мои, осторожно, дети мои, враги не твоя. Смиримся?
Хорошо. Я выставился. Ну, да, да, кстати, неплохо получилось у нее. Все равно так себе. Да не, я, конечно же, заклинание здесь возьму и вот это возьму. Очень нужно древенение. Шум. Заклинание. Сколько у меня заклинаний? Два заклинания, не пятерки и две пятерки. И две пятерки. То есть 4 заклинания всего. 4 заклинания, 50% то, что я поймаю именно то, которое нужно. Георгий, ты меня спрашиваешь или в общем? Если меня, то думаю, что дадут. Ну ладно. Хорошо. А если что, вторым темпом будем занимать стол. Мне пока и просто культивацию закинуть, и будет хорошо. Понял. Хорошо? Sony собирается выкупать? Нет, их давно выкупили Microsoft. С первого числа этого года они перешли, вот конкретно к ним перешли. Пару лет было на то, чтобы, не знаю, как это сказать, дела наладить. Или передачи. В этом году перешло. Ну и, собственно, все. Никакие Sony там никого не будут выкупать. Кто такие Sony и откуда у них столько денег, чтобы выкупить у Microsoft и Blizzard? Не работает так. Так, дракон остался. И Рексар. Начнется охота. Природа вполне. Не, мне нужен старт. Пустынные матроны это здорово, но нет, мне нужен старт. Мне нужен ненасытный зомби. Хорошо, как будто бы взлетаем, кстати, лучше, чем. Как будто бы взлетаем лучше, чем эксперт-криминалист. Хотя. Взгляни и поймешь, что тебе это нужно.
Так, вот бы сейчас какую-нибудь единицу найти, или двойку найти, или даже пустынные матроны найти. Вот, вот это вот мне все сейчас очень интересно. Если я найду пустынные матроны, тогда типа мне лучше взлетаем брать. Вот. Если я ничего не найду, тогда лучше... Ну, либо вообще любого дракона, если я найду стоп-дек. Ой, так, ну да. Здесь пока лучше, наверное, все же криминалиста достать. Так, сейчас мы оружие достанем. Потом пятерка. Пятерка. Секрет. Три. Ну, наверное, ладно, мне придется, наверное, все же так идти. Повеселимся. Так у него 3-3 будет. Надень. Ладно, давай. Ну, скорее всего, там коварная подмена. Не работает. Так, 3-3-4-4 там будет. 4-4. Надень перчатки. Повеселимся. Хорошо. Не оно. Ну и хрень я сделал тогда, получается. Сделал хрень. Ну я могу тебя достать. С другой стороны, мне ни хрена не хочется тебя доставать сейчас. Что мне делать? Что мне делать? Пятерку достать, ну так. Может быть пятерку, действительно. Ну, давай я сделаю. Эх! Ладно. А, ну, кстати, не ладно, потому что он меня не убивает. Это очень даже неплохо получилось. Окей. Пчела зомби... А, ну, пчела зомби можно дрогнуть. Чё-то подумал, что их дрогнуть нельзя. Так. Возможно, 2-1-3. Так. Чё бы не так удариться? Полечиться я могу. 2-5-5 нормально. Могу достать дракона. Закрыться. Кто знает, как пишет. Могу культивацию сделать. Тоже в целом окей. Культивация, окей. Это очень плохой ход. Это очень плохой ход. Какой же это плохой ход, ребят? Лучший ход. Да.
Шляпа, я тебя убиваю. У меня 15-16, 16 плюс, плюс 10. Да? Понятно. Да никак не выкрутится. Бак устранят и все. Так, проблема. Проблема есть, которая не запланированная. То есть бак. Ошибка. Вполне может постоять за себя. Так, против паладина, не, я должен оставлять и должен искать единиц. Должен искать единицы. Единица двойка. Хорошо. Но совместный бегун тоже как будет нормально. Тройку. Или четверку. Четверку и четверку. Проблема с четверкой и четверкой, что у меня по сути нет четверки четверки. Ну то есть эта четверка, она не может выходить на третий ход, даже при наличии дракона, она просто никуда уходит тогда. Хорошо, значит на третий ход я естественно причину сделаю. Нормально. Так, 4 монета 5. Сейчас мой ход будет. Любая страна подходит, кроме России, потому что в России закрыт магазин. Ну, в смысле, нельзя ничего не купить в магазине. Но это же не значит, что они специально еще выключили арену. Нет. Арена у всех выключилась и на европейском этом из-за какого-то бага, а сюда еще наслоилась. Все. Типа ты считаешь, что они тебя обманывают? Ну, не знаю. Зачем делать? Поехали. Сделать сразу освещение плюс освещение плюс равенство он не может, потому что вряд ли у него обе эти карты просто так лежат в руке. Они, скорее всего, если и есть, то только через единицу, через подарок. Вот. Через подарок это не работает по мане. Вообще, забав массовый. Тоже летал, да, будет 10, 5, до 11 на столе у меня сколько? У меня 9 на столе, ладно, у меня нет летал. А, ну хотя у меня потом бумсовуха может выйти. Может быть, бумсовуха выйдет. Ладно, я просто сейчас буду стол пока держать. Я не буду пытаться находить леталы, которых нету. И которая вероятность на самом деле не такая большая. Да, даже если у меня сейчас при ударе вот им
пока стадия деревень, я все равно похрену. Все равно не буду напрягаться из-за этого. Ну, этот в лицо идет. Это сюда. Давай. Так, раз, два. А я просто оружие достану, мне кажется. Молоточек. Ладно. Все равно он пока не может мне вот так убрать. Что? Что неплохо. Летаем, мне даст дракона, дракон Чео и Матрона, да, но это сейчас я их не разыграю, поэтому нет смысла. 4 урона, раз, два. Ну, наверное, давай 4 урона, раз, два. Сон. Чуть-чуть лицо дали? Дали. За стол все так сражаемся. Нормально. Нормально сойдет, пойдет. Короче, пятерка, скорее всего, на следующий ход будет. Если мне придет какая-то четверка еще. Ну, типа, ладно, хорошо, я типа просто двух драконов могу достать. Это тоже как будто бы работает. Но в идеале, конечно, эльфийскую охотницу. И там что-то придумывать. Окей. Ничего не делает. Ой, как много делает. Песос как много делает. Ну, ладно, хорошо, я могу тебя убрать. И, в принципе, окей. В принципе, окей. Клинок? У меня их три. Ах, как будто бы хочется, конечно, в лицо ему. Так, у тебя чем? У тебя три. Значит, взлетаем. Ну, хорошо, может быть просто деспот. Может быть просто деспот. Я даже не знаю, что деспот. 2-2 провокации, 2-4 какие-нибудь, да, должны быть. Когда я захочу деспота кидать. Если мне как-то зачистят просто, да, опять же, равенство, может быть, Оружие вряд ли сейчас ему сильно помогает, если только божественный щит ему провокации не даст. Ну да, потому что как бы слишком. Когда у тебя мало здоровья, оружие не особо помогает. Так, кстати, перезагрузку чатика, почему я не сделал, непонятно. Все равно не помогает. Моя душа будет моей. Природа вполне может постоять за себя.
Так, я готов оставить вот такое вот. Опять же, тройка. На третий ход у меня очень мало карт, у меня все две карты. И в целом, эта карта мне полезна, учитывая, что она дает мне супер темп на четвертый. Пусть. Как минимум одного дракона-то она мне даст, Матрона. Четыре дракона. Три из них Матроны. Ну да, хорошо, два Йети на следующий ход. Будет непросто разобраться с ними. Конечно, меня сейчас может супер криминалистом обломать. Писец, как он меня обломает, но что делать? Угонетка, ну ладно, угонетка терпима. Блин, вот это я, кстати, супер ерунду сделал, потому что нужно было бы и убить 3-1-1. Да, это я очень плохой ход сделал. Я что-то решил, что я их просто два кину и все. У меня же еще 4 маны. Зомбарь. Хорошо, давай я вот так сделаю. Чешуйки. Да, сейчас бы пятерка спокойно выходила. 11 часов, уже мозги слегка подплавливаются. Окей. Ну, в принципе, ладно. В принципе, здесь можно разобраться. Что делать? И это клинок у меня есть. Это нормальный персонаж. Нормальная карта. Чего так медленно? Лицо. Лицо целого мира. Восстание. Окей. Это приятно. Да, уехать ты сделаешь, но в лицо 5 получше. Или нет, или не хочешь совсем. Тема нормальная. Так, хорошо. Через сколько проснешь? Через два хода. Он недолго. А в лицо я ему особо никак и не могу закинуть. Что неприятно. Кстати, эта карта всего одну карту может только теперь дрогнуть. Что-то уж так себе. Бесом. Ну что, давай я сделаю, наверное, сначала так.
Я могу камбэкнуть за счет вот этого. Могу камбэкнуть за счет этого. Ага, ты даже не стал ничего делать. Так, раз, два. Это будет два стоить. Один за один я могу достать. Посмотрим. Хорошо, я могу не делать его сейчас, я действительно могу оставить под комбинацию с чем-то, да? Дополнительно. Значит, я могу сделать пятерку плюс что-то. Плюс, возможно, тебя. Быструю так, карту. Посмотрим. Хорошо, давай плюс быструю карту возьмем. Типа на теме может полечиться, но это как будто бы не прям супер критика. Ауеха на 3 урона будет прям вот супер критика. Вот именно ауеха на 3 будет. Это да. Ну, как будто бы, кстати, не так ты испугался. Да. Окей. Хорошо, уберу. Да, первая супер офигенная карта. Вторая чё? Все козыри на руках. Ну, типа, 4-7 восстановить, наверное, тебе надо будет. Сейчас. Нет, четверка. Чё, опять что ли? И опять такая же, что ли? А, ну, тоже хорошая, да, вопрос. Вопрос в ноль опять хорошая. Лады. Повеселимся. Ой. Это странная карта для начала, честно говоря. А, ну хотя... А, ладно. Ну, это супер странное ты сейчас делаешь. Блин, это вообще какой-то невнятный ход. Максимально невнятный ход. Неужели у тебя вообще ничего нет? Ну, начинается... Да ну. Ерунду какая-то сделал. Какую-то ерунду сделал, честно говоря. 9 побед. Паладин. Я буду сражаться с честью. Паладин. Нет. Мне очень нужны зомбари. Спасибо за зомбари.
Четвертому ходу у меня что-нибудь должно прийти? Пока. Можно сейчас сделать кусь, а потом сделать кусь плюс зомби. Давай. Оружие. Оружие это весьма приятно. Оружие тоже такое, что ты его не достанешь через монетку. Ну, не достанешь. Нет в нем смысла через монетку. Вот так находка. Угу. Ладно. Давай так я сделаю. Сейчас он меня попытается как-то наказать. Но в целом, если что, у меня натиск есть. Хотя, конечно, хочется оружие достать. Но это не очень наказание. А да, он мне ставит. Да, я думаю, что мне нужно прям вот сейчас просто с максимум играть, играть, играть и на какой там шестой ход выставить. Пока что так лупим, что есть силы. Сейчас мы как-то лягушкой оригами заберем двоих. Доспехи, доспехи, почти. Мало беспокоит. Сейчас эта книга полетит в тебя. Так, хорошо, вот тебя нужно и забрать мне, да, получается. Могу сделать вот так вот. Что? Ну как бы он мне может достать существо большое, я покажу одеревенение, и мы и как бы все, игра закончится. Поэтому тут такое, тут надо зачищать ему резко. Нужен орган? Ладно, хорошо. Че еще? Дружище, все еще деревенение, все еще большая проблема. Именно оно. Так, окей, это неприятно. Сколько у меня есть-то на столе? Сколько у меня на столе? У меня 15-16. 16 плюс 4. 22. Как будто бы не хватает немножечко, да? Ладно, я могу и, в общем-то, просто позачищать, получается. Так, получается, могу позачищать. 21, 24. Тебя. Хорошо, полностью восстановится. Лучше мне даже 3-1 убрать еще сверху. Ну, как будто бы ладно. Раз, два. Я на страже. Кусится.
сделал тебя. Укуситься ты сюда хотелось? Тут, видимо, не судьба. А как насчет... Повеселимся? Хорошо, ничего страшного, я и так могу. Жалко, конечно, его доставать так. Ну ладно. Придется достать. Но это надо игнорировать. Серьезно, и просто сразу первой же картой топ-дек он достает лечение. Миллион. Ух ты прущийся. Охренеть. Просто первой же картой миллион с тебе встает. Кто знает, как ладно, хорошо. Этого два. Руку его копию. Ну, типа тебя, да нет. Не хочу. Ради чего? А как насчет? Блин, ну ты, конечно, пёртый. Возьму тебя. Три. На исходе. Ну да, не, ну я проиграл здесь. Вот именно из-за вот этого топ-дека, ребят. Тупо из-за топ-дека. Настолько пёртый топ-дек достать, это с ума сойти. Забав. Ладно, хорошо. Ну там типа. Окей, это еще терпимо. Пока еще терпимо. Еще что-нибудь раскопаем, может, интересно. Не плюй в колонну. Еще плечо. Ладно, лечение у него миллион был, да? Но все равно это лечение совсем не то, которое он достал. Ух. А я тебя не убиваю, у меня на столе 10-15. 15-2. О, я тебя убиваю. Конечно, кековые, ребят. Конечно, кековые. Ну, топ-дек на топ-дек получается. Получается так. 10 побед.
Алира! Будь начеку. Природа вполне может постоять за себя. Так. Ну давай-ка. Нет, давай-ка. Блин, как будто бы. Ладно, хорошо, как будто бы можно оставить двойку. Типа очень редко, когда это против Роги. Не сработает, ни хрена. О, рука на 10 побед, ребят. Помните, где-то в середине я сказал, что когда четвертую сыграл. А, это, возможно, было на другой арене. Я сказал 10, короче. И тут вот они 10. Скриптовано все. Дрессировать дракончиков сложнее, чем кажется. Ну, возможно, мне стоит удариться. Давай ударюсь. Так, чисто на всякий случай, что я, может быть, смогу добить его. За тобой не следили? Че, будет дракончик? Но пока все очень плохо. Типа, мне прямо сейчас нужен какой-то... утилятор, может быть. Вот что-то, хотя утилятор тоже. Ну, типа, утилятор, на который мне еще и очень сильно запрет. Бумсовух, ну ладно, это неплохая карта. Это неплохая карта, хорошо. В идеале, чтобы он достал сейчас 4-4. Вот. Дракончик. Ладно, хрен с тобой, дракончик. Ну, тайгер достанет, я в целом не против. Котики. Хватит. Что он сделал вообще? А, понял. Понял, ребят. Повеселимся. Хорошо. На самом деле, на его месте я бы уже фигачил в лицо. Что, ну его нафиг разбираться с этим. Малыш, трели, не упусти, я могу сайленсом играть. Что-то ставим. Ну, типа, ладно. Ладно, хорошо, это нет смысла тогда. Получается, нет смысла. Ну, лицом я биться не могу уже. Но я могу сейчас сделать лягушку. Лягушка размен. Так, так. Давай максимум драконов. А, не драконов, где деревьев. Хорошо. Я могу, кстати, лечиться здесь. Моя рука. Угу. Ну, пускай. Так, ну как сказать, можно на 8 себя восстановить. Наверное, на 8 восстановить себя сейчас как будто бы можно, можно убрать его. Убрать его. Повеселимся. Блин, сейчас там может быть, типа... Ладно, хорошо, я лучше залечусь. Я лучше залечусь. Потому что там сейчас реально может быть...
1-1, что у меня будет существо при атаке. И ну его нафиг. Это можно сайленс повесить. Два раза по три. Может, по три. Не убьет. Не убьет. Что мне делать? Я могу, типа, провокацию, может быть, какую-то сделать за шесть. Может, провокация за 6 минут. Двух всего достану, но что делать? Так, хорошо, давай, я все же сделаю тебя. Хорошо. А если там заклинание, антизаклинание? А я не делал антизаклинание, третье еще. А я еще не делал антизаклинание, ребят. Блин. Ну, уже поздно думать над этим. Ну да. Ну, хорошо, ладно, хорошо. А может, какие-то провокации будут? Не будет провокации. Вот как бы проблема с секретами, ребят. Вот сейчас секреты на самом деле очень много дают. Просто потому что ты ни хрена не понимаешь, что конкретно этот секрет делает. А в план, в принципе, 10 достойно.